Всем привет-привет! И сегодняшний влог я начинаю с пляжа, так как ни разу еще, в принципе, не делала. И сегодня у нас волны небольшие. Вон батька сейчас по волнам как раз купается. Хочу снять его, но потом, может быть, и как я барыкаюсь там. В общем-то, всем приятного просмотра. Если вам хочется окунуться в такую атмосферу моря, солнышко, то оставайтесь с нами. Погода, правда, просто шикарная. Я что-то чуть-чуть кашляю. Не знаю почему. Кстати, вот очень много запускают. Вот кораблики там есть, или яхты, как я не знаю, называют. Парашютов. Ну, в общем, все. Ух ты, водичка дошла и до моих ног. Так, тапки нафиг скинула. Ай, Ватька что-то там барахтается, как ребенок. Очень, конечно. Здорово. О, какие волны. Вообще супер. Вот очень много людей отдыхает. Опа, побежал, побежал. Надо, что волны такие поднялись. Потому что как здорово, как же здорово. Осталось уже совсем мало дней, но уходить не хочется. Сейчас попробую на себя перенести камеру. Вот, вот и я. У меня, конечно, видок капец на пляжике. Ой, солнце светит прямо в глаз. Это класс. У меня нет слов. Кораблик снимала. Что ты расскажешь нам? Все супер. Все супер? Все супер. Все отлично прям. Отдыхаем хорошо. Ага. Все нравится. Наши ножки. О, вот он стоит как раз. Ой, приблизила чересчур. Потом будем смотреть и скучать по морю.
Давай, говори. Нарушенные ресницы, говорю, это жесть, потому что глаза прикрыть не можешь, вода в Средиземном море очень-очень соленая и больно. Все. Вот и все. Да. Идет, идет. Теперь ты хоть что-нибудь скажи. Я довольна тоже. У меня глазки болят. Я нанырялась, у меня глазки болят. Сейчас пришли мы на обед. Уже сели. Там у нас находится основной ресторан. Тоже с видом на море. А вот то, кстати, где бунгало, это уже другой отель. Клуб Алания, четверочка. Как раз то, что я... Ну, рассказывала вам уже, что одна территория. Все такое. Здесь сейчас убирают. Море, море. Сейчас пришли на территорию как раз вот соседнего отеля, который клуб Алания, четверочка. Здесь бассейном их понравился, лежаки. У них такие вот бунгало издалека показывала. В общем, сзади здесь Теодора бар. Там сейчас что-то репетируют. В общем-то, вот так. А вот их там столовая. Ну и сзади нас море. Давай. Да, будем плавать или будем плавать? Плавай. Плавай? А ну покажи, как ты плаваешь. Ничего не говори. Типа я сплавал. Зачем я брала с собой языков? Не знаю. Знаешь? Не знаю. Я сейчас все ресницы до конца побираю. Это нормально, что у нас все время кто-то в кадре. Блин, ну все равно здесь классненько, да, в этом бассейне. Ага. Опа. Где тут Наташа? Вот как она плавает. Ты думаешь? Нет. А ну помаши. Помаши ручкой. Я ножкой. Батька на горке. Что-то вы медленно, медленно. А чё так? Хватит. Только пришли с моря, слушайте, у меня лицо черное, просто смотрю на себя, здесь даже подсгорело, быстренько намазалась толстым слоем уже таким кремом. Кстати, стерла ногти, взяла с собой 5 вот этих вот салфеточек, которые подарочные были у меня от Альдебате, я одной салфеткой смогла снять абсолютно со всех ногтей, с 10 ногтей лак, и вот сейчас я в каких
раздумьях, то ли вот этим вот лаком накрасить, то ли накрасить все-таки лаком, который менее заметный, но и в то же время зато он не будет так как-то безобразно слазить моментально, скажем так, с ногтей. Но, кстати, что-то я не могу его найти, я помню точно, что брала его и даже вам показывала, но не знаю сейчас, если я его отковыряю где-то в своей косметичке. Вообще день тоже сегодняшний прошел просто замечательно. Я не знаю, такие эмоции положительные. И когда думаю о том, что сегодня спрашивала, какая у нас погода, тоже говорят, что ужасная. Еще мне вообще не хочется домой ехать. Слушайте, а где же правда мой лак? О, нашла наконец-таки лак. Вот этим, наверное, все-таки он такой нейтральненький. Им, наверное, и накрашу. Будут так блесточки просто. Сегодня вечером не буду ничего такого одевать. Одену просто свой обычный сарафанчик. Сейчас вот помыла голову, искупалась. Себя блещу в креме. Да, лицо, конечно, у меня подгорело. Отодралась я уже до конца. Тут все ресницы в начале. Ну, приеду, в общем-то. Но все равно очень удобно, когда в самом начале, конечно, они нормально выглядели. Так, попью чаек, да. И будем собираться. Сегодня мы собирались пойти купить сувенирчики еще всем. Здесь рядышком лавка сувенирная. Ну и на территории отеля есть, но на территории отеля все дорого. Кстати, крема нам все-таки не хватает. Вот масло, которое я купила. И, наверное, я, кстати, так загорела именно из-за него. Потому что так берется загар. Сейчас не видно. Я себя в зеркале вижу. Вам на камеру не передается из-за света, как я загорела. И, наверное, завтра возьмем еще один крем. Хотела везти с собой пустые баночки, потому что, ну, обзор делать, видео про пустые баночки, ну, не знаю. Батька говорит, не занимайся дурью, сделай во влоге, расскажи свое мнение там, что и как. Не знаю, я все-таки хочу взять с собой, посмотрим, как в чемодан, сколько будет всего помещаться или нет, и что мы еще купим. Если, конечно, мы на подарочки купим всякие полотенчики, текстиль какой-то, то, да, не получится, увы. Ладненько, позже с вами увидимся. Посмотрим, что сегодня будет в анимации. В общем, да, будет видно. Как вы думаете, что я делаю? Я наконец-таки добралась до интернета и отвечаю на ваши комментарии. Пью шампанское. Сейчас там у нас опять шоу-тайм. И если будет что-нибудь интересное, то обязательно я вам покажу. Вот сколько людей сидит со всех двух отелей. Сегодня шоу подготовила анимационная команда, и, как я поняла, сегодня будут только танцы. Сейчас сижу, смотрю на это все, думаю, блин, как же сильно, я не хочу уезжать отсюда. Недавно тоже разговаривала с мамой, она говорила, что нас холодно, дожди. Ладно, буду сидеть смотреть одним глазом, а другим дальше отвечать на ваши комментарии. Вот, мне нравится их танцовки. Ой, рука дергается. Ой, уже заканчивается, наверное. Ой, уронил. Уронил даму. Да, кончилась программа. А я все сижу, отвечаю на комментарии.